Всем привет! Вот так будет красивее. Ладно, это не надо. В общем, принесли мне два телефона. Надо сделать один. Задача такая, как бы, не очень хорошая. Вообще должно быть, как бы, для хорошего мастера из одного телефона должен получаться один. Или два. Но, как бы, клиент всегда прав. Он принес вот два телефона. Один рабочий, вот этот вот, но в таком ушатанном вот состоянии. Сенсор не родной, дисплей, соответственно, тоже не родной. Крышка разбита, он работает, все нормально, но не работает динамик. То есть динамик работает, слуховой, но он хрипит. Тут вот как бы сеточка бегает, хрипит, звон такой стоит. И, в общем, все. Тут, по идее, заменить бы динамик или его почистить, и все будет нормально. Но вот хочет он, как бы, поставить этот динамик отсюда. Я не вижу какого смысла. Потом он хочет заднюю крышечку новую отсюда поставить. Ну и сенсор здесь оригинальный. А этот телефон после воды. Он работает, но не работает сенсор. И сенсор, походу, не работает из-за именно материнской платы. То есть проблема с материнской платой. Потому что она отсырела, с нее отвалились несколько элементов. А так вот работает. То есть включается, но дальше продолжить там ввести пароль нереально. Как бы сенсор не работает. То есть будем собирать из одного, из двух один. И каким образом? А таким образом, что материнскую плату с этого ушатанного телефона будем перекидывать, соответственно, вот сюда, на залитой водой. Там все элементы, в принципе, чистые, кроме вот отсыревшей материнской платы. Будем пробовать. Приступим, наверное, начнем с этого. Белых перчаток я не буду одевать, как в сервисных центрах. Может быть, ребята из сервисного центра скажут: о, вандалами. Вандализмом занимаешься. Говорить много не буду. Советую, вот, кто будет делать такие подобные вещи, болтики, запоминать, с какой дырочки. Да, и аккумулятор. Здесь аккумулятор. Нерабочий. Это аккумулятор надо сразу в сторону.
Да, видите? Пятачок, отваливший с материнской платы. Так, в принципе, это можно уже не откручивать.
Вот он динамик. Так, ладно, эту материнскую плату. Вот она, наша. Это все в сторону. Пока. Давайте теперь это. Так. Речка не родная, ну ладно. Так.
Как будто что-то не открутил. Вроде ж все. Вот я даун, блядь. Ковыряю, такс.
такое бывает. Так, потом найду. Да, здесь болтика не хватало. Такого. Железочку отсюда берем. Thank you.
Что ж, время проверить. Главное, чтобы сенсор заработал сейчас. Тогда это подтвердит мою мысль о том, что проблема была в материнской плате, а не в самом сенсоре. Возможно, я ошибался. Сейчас будет видно. Нет, я не ошибался. Проблема на самом деле была в материнской плате. Так, что здесь? Осталось проверить камеру. Камера работает. Проверить звук. Так, ползунки вроде работают. Сети, соединение с компьютером. Сейчас мы это все пробуем сделать из своего телефона пока. Достану симочку. Да, возможно, связь будет искать долго. Так. Покамест диктофон. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Так. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ага, я пальчиком прижимал дырочку. Все. Со звуком все нормально. Сеть. Так, вроде все. Так, ну пока ищет сеть, в принципе, все, что мне нужно, работает. Закрываем крышку в надежде, что никаких проблем не обнаружится. Mm-hmm.
Так, и пока проверю USB интерфейс. Так, что-то во время записи произошел конфуз. Все, я проверил, USB интерфейс работает, и от зарядки работает, и от компьютера работает. Так что осталось дождаться сети, проверить работу в сети, послушать звук. Я надеюсь, что все будет нормально. Но связь он может искать до 40 минут, даже до часа. Такое бывает, когда все по новому, ну, аккумулятор даже просто отсоединил от материнской платы. Связь он может искать очень долго. Так что здесь не беспокоимся, но а я дальше. Это все попрошу я отдать ему на восстановление. Сейчас все соберу. Второй. Но зато как бы задача то, что хотел клиент, крышечка новенькая, оригинальный сенсор, как бы в хорошем состоянии телефон. Вот он есть. Все, спасибо за внимание. Я буду продолжать работать. Дальше, я думаю, уже не интересно.